Привет всем, это Лариса. Хотела с вами поделиться своей печалькой. Расстроилась вчера. Как вы знаете, я купила несколько морковок на выставке, и они вот махенькие, крохотные. Вот, и я вроде как их проверяла и решила, что в принципе они в хорошем состоянии. Не надо ничего менять, ничего не субстрат чистенький вроде, да. И вот вчера я проверяла, опять же, да, я проверяю каждый день. Вот увидела вот маленькую вот здесь вот, видите, вот эту вот дырочку. Вот там была маленькая-маленькая крохотная улиточка. Вот, так что вот она съела вот это вот, и там немного еще вот у самого основания. Так что вот я не знаю, что это будет. Так оставила, побрызгала вчера перекисью. Улитку тоже побрызгала перекисью, и она растворилась. Верьте, нет. Вот, многим. Я часто пишу, что я пользуюсь перекисью. Все так с недоверием к этому относятся, что, в принципе, нормально, да? Вот, я люблю это самое пробовать разные методы и что работает, да? Вот, и вчера улитка, значит, растворилась. Ну, не совсем растворилась, но она disintegrated, она распалась на кусочки. Вот, так что вот так вот. Это у меня что у меня? Это у меня After Dark Morning, After Green Gold. Это вот такая же, как у меня черная, только с зелеными, такие вот желтовато-зелеными цветочками должна быть. Вот, так что буду смотреть, что и как будет. Не думаю, что оно выживет, конечно, вот этот ростик. Но еще что я заметила, вот не знаю, оно видно будет или нет. Заметила там еще где-то маленький крохотный ростик. Но я, наверное, сейчас его не найду. Пусть будет, по-моему, вот он. Где-то там еще крохотный такой ростик, думаю, ну, может, тот выживет. Вот, так что вот так вот я его вытащила из субстрата. Вчера побрызгала, сегодня буду пересаживать. И причем все 9 штучек буду пересаживать. Так что вот так. Ну, ладно. На этом я с вами прощаюсь. До связи.